Здравствуйте, дорогие женщины. Не слышу женщин. Здравствуйте, дорогие мужчины. Так, мужчин, как всегда, смотрю меньше, чем женщин, да? Давайте еще раз попробуем. Здравствуйте, дорогие женщины, с праздником вас! Вот, но все равно смотрю, тут женщины вообще даже хлопать не хотят. Ну ладно, наверное, их не с праздником. Наверное, и с буднями, с очередными, да? Здравствуйте, дорогие мужчины, и вас с праздником! Вот, ожили наконец-то! Ну, что я вам хочу сказать. Сейчас столько развелось мужиков за рулем. Вот я когда еду, вот я еду по дороге, то если вижу, что мужик едет мне навстречу или там рядом со мной, я держусь от него подальше. Но не дано им, не дано. Нет, ну, когда мужик за рулем, это не езда. Нет. Не, ну вы видели, как они ездят. Вот моргает правым поворотом, едет направо. Моргает левым поворотом, едет налево. А я спрашиваю, ну где фантазия? Где полет мысли? Ну, где хоть какое-нибудь разнообразие? Вот я когда еду, и если у меня работает правый поворотник, то куда я еду? Сейчас. Я вообще еду прямо. А это я просто грудью поворотник задела, когда колготки зашивала. А мужчинам я бы вообще права не давала. Вот они ездят как попало. Вот вы видели, на дороге линии нарисованы, видели? Правильно. А они как ездят? А они ездят между линией. Вот я, как настоящий водитель, еду прямо по линиям, как нарисовано. А они же начинают бибикать, но проезда не дают умной, грамотной женщине. Вот. Вот мужчины в зале есть? Ну-ка, ну-ка, которые кричали. Поднимите руки, не вижу вас. Есть. Наверное, и за рулем ездит. Да, вот, и кричит громче всех. Так вот, они и нам на дороге так же кричат. Только совсем не да, а по-другому. По-мужски. Ой, мужики, ну не мешайте нам. Ну не дано вам. Не дано. Вот, мужчины, вы, конечно, меня извините, но вот вы как водители, вы вообще ноль. Да, согласна с вами, настоящий мужчина. Сегодня 8 марта, он со мной во всем согласен. Ну хоть раз в году. Ну так вот, как же они все-таки ездят? Ночью обязательно фары включают. Перед препятствием тормозят. Тут я еду ночью. Ну, фары не включила. И мужик меня останавливает и говорит, вы почему фары не включили? Мне вас не видно. Я говорю, я не хочу, чтобы меня видели, если плохо докрашена. Вот, так что, мальчики, ну, лапоньки мои, ну, не надо вам за руль, не надо. Уже никакие нервы просто не выдерживают с вами есть на одной дороге. Вот что это за явление? Значит, нацепят там фонариков на крышу автомобиля, нарисуют синие линии, и нам проезду не дают. Тут один такой с фонариками тормозит и говорит, какой у вас тормозной путь? Я говорю, мужик, ты чё? Да моя жизнь здесь сплошной тормозной путь. Он говорит, а вы вообще правила ПДД знаете, что это такое? Я говорю, знаю. ПДД это вообще из балета. Ну, в общем, это щелкунчик. Мужик реально испугался. Ну вот, мужчины, извините, конечно, но машины, я понимаю, что вам доверять никак нельзя. Ну вот, вчера, еду, навстречу мне, 7 марта, навстречу мне летит мужик, мигает фарами. Не поняла. Едет второй, опять мигает фарами. Не поняла, что 8 марта скоро обострение. Тут я как от них рванула. Заезжаю за поворот, а там гаишники стоят. Не, ну хоть бы одна зараза предупредила, а? Я когда вот вижу мужика за рулем, я действую по принципу уступи дорогу дураку. Так нет, они мне ее уступают. Ну,
мужики, что я вам скажу, на вас даже смотреть стыдно и больно. Вот как вы паркуетесь, ну вот реально страшно смотреть. Между машиненками так втиснется, что даже травинки не помнет. Да какой там травинки, ну хоть бы заборик опрокинул, киоск там какой-нибудь. Нет. А вот как я паркуюсь? Я когда заезжаю на парковку, мне прям сразу говорят: Наталья Алексеевна, давайте мы сами ее поставим. А то ведь после вас опять битое стекло убирать придется. Столбы восстанавливать, машину металлолом сдавать. Вы идите, Наталья Алексеевна, отдыхайте. Завтра 8 марта. Ой, мальчики, прям ну не знаю. Но ведь есть очень много разных занятий. Ну, кулинарии там, садоводство. Но руль — это не для вас и не про вас. Вот еду опять-таки недавно, смотрю, мужик такой модненький едет, но на такой страшной тачке. Ну модненький он такой, в оранжевой жилеточке, хорошенький такой, но на тачку смотрю и просто в ужасе. Два чугунных колеса, одно спереди, другое сзади, и еле плетется. Я в окошко открываю и кричу ему: мужик, ты че? Совсем, что ли? Ты что, себе резину купить не можешь, а? Ты зачем сюда залез? Ты не видишь, что люди дорогу делают? Не, ну я понимаю, там, ладно, наверное... А, и номеров, кстати, у него тоже нет. Ну, думаю, украл. Не, ну смотрю на него, думаю, мужик, ты совсем, что ли, глупый? Ну, рядом такие тачки хорошие есть. Так нет, он на эту ужастину кусился. Ой, ну не знаю. Не, конечно, я не идеальный водитель. У меня есть два маленьких недостатка, ну таких малюсеньких. Я часто путаю тормоз с газом. Но вот мама у меня водитель от Бога. Она тут недавно заехала в будку ГАИ. Так гаишник вылетел оттуда, глаза вот такие, кричит: мадам, вы куда заехали? Она смотрит на него, говорит: милок, а я вообще забыла, что я еду. Ты чё? Поэтому что я вам скажу, мужики, сидите дома, особенно 8 марта, не лезьте за руль. Ну не дано вам, не дано. Уступите дорогу нам, настоящим мастерам вождения. С праздником!